знаешь, вот оно в Никополе дни проходят как-то серо и бесполезно. Я то всего езжу, там по хозяйству что-то делаю, то бабушке хожу, помогаю. Английский, итальянский изучаю. Так, конечно, бесполезно в плане того, что с работой тут проблематично. Экономика тоже в городе. Многие магазины закрыты. Рынок бывает полупустой. Поезда отменили с Никополя. Я уже прикидывал, предлагали там работу мне консьержем вахтой в Киеве. 2 недели там отработал, 2 недели дома. Ну, отменили поезда, как-то будет более проблематичнее добираться. То через Кривой Рог надо. Буду надеяться на лучшее, там глянем, как оно все сложится. Потому что россияне спокойствия не дают. Печальные какие-то новости в Днепре. Хорошего вечера вам!